2020-й, несмотря на все его невзгоды, вдохнул жизнь в культурную сферу региона. В области за небольшой промежуток времени открылись сразу две модельные библиотеки. В городе Мценске и буквально несколько месяцев назад в Орле. Теперь в областной столице появится еще одна. Мы назвали свою концепцию «Молодежная библиотека 25-й квартал». Библиотека юношеская, единственная в городе и в Орловской области. И она будет продолжать это свое направление работы с молодежью. Почему 25-й квартал? 25 – это номер дома, где находится библиотека. А квартал, надеемся, что это будет пространство, которое вот так органично впишется в микрорайон. Тут спальный район, мы понимаем, да? И эта библиотека будет таким вот городским пространством, привлекательным для молодежи, комфортным, интересным. Обычных для библиотеки книжных полок здесь останется лишь часть. Пространства мало, но в целом и обстановка, и атмосфера останутся привычными. Вот в тихой зоне у нас будут барные стойки, светильники, то есть тоже вот в стиле кафе, да, литературного. Будет арт-объект книга, который тоже будет такой не совсем стандартный, это дизайнерское решение, у нас есть дизайн-проект. Будет зона коворкинга, активностей различных, то есть где каждый найдет вот себе по душе занятие. Возможность реализации такого масштабного проекта появилась после того, как эта обычная библиотека победила в конкурсе по созданию библиотек модельных. Его проводили в рамках реализации нацпроекта «Культура». Как раз вот в рамках этого проекта нам будет выделено 5 миллионов федеральных средств. Перемен ждут и постоянные читатели. Надеются, что здесь станет лучше и удобнее. Я считаю, что это нужно и для подростков нужно. И даже если будет создаваться, наверное, как бы электронный поиск, тоже это будет удобно, чтобы они приходили и самостоятельно смотрели, что им нужно. Анастасия Гришина, Наталья Балашова, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной».